Ранее мы проверяли с помощью гидравлического пресса, какую нагрузку могут выдерживать различные телефоны, и в том числе легендарный Nokia 3310. Но в реальной жизни вряд ли телефон когда-то испытывает нагрузки на сжатие. Разве что, наверное, если автомобилем его переехать. В интернете можно найти множество фоток, на которых телефон по какой-то причине погнулся, либо сломался. А это все происходит по причине того, если сесть на телефон, находящийся в заднем кармане. И сегодня мы проверим телефоны на изгиб. Конечно же, это будет легендарная Nokia 3310. Кстати, именно вот это тот самый телефон, который пережил заморозку в жидком азоте. Чего не скажешь о айфоне. Батарея вот у него немножко вздутая. Ну, наверное, это нормальное состояние для батареи от Nokia 3310. Возможно, многие не знают, но сейчас компания Nokia принадлежит китайцам. И вот в 2017 году они попытались возродить легендарную Nokia 3310, только в новом исполнении. И мне удалось найти эту самую новую модель. Это абсолютно новый телефон, правда пролежавший где-то на складе 5 лет. С коробки он так и не включился, батарея была разряжена в ноль. Ну да, своим дизайном он напоминает старую Nokia 3310 2000 года выпуска. Новая Nokia ощутимо тоньше старой. Мы на нем уже видим цветной экран, возможность работы с двумя симками и очень говняного качества камеру, которая никак не приемлема для телефона 2017 года. Сегодня мы проверим, насколько новая, возродившаяся Nokia соответствует своему основному качеству – неубиваемости. С помощью гидравлического пресса и специального приспособления попробуем согнуть эти оба телефона. И зафиксируем максимальную нагрузку в процессе изгиба. Первой на очереди будет новая Nokia 2017 года. Максимальная нагрузка, при которой начал ломаться телефон, составила 94 килограмма. В принципе, если ваш вес приближается к центнеру и у вас очень твердая задница, то Nokia, нового образца, находящаяся в заднем кармане, подтверждена риску сломаться. Ну а теперь проверим, какую же нагрузку выдержит легенда, старая Nokia 2000 года. Максимальная нагрузка составила 376 килограмм. Это в 4 раза больше, чем у новой Nokia. Thank you.
Предлагайте в комментариях, какие предметы вы хотели бы испытать с помощью гидравлического пресса, а также испытать их на изгиб. И не забывайте подписываться на канал, кто на него еще не подписан.